Всем привет, с вами Прия. Сегодня, накопив 1000 сущностей на своем воине, я решил купить легендарочку. Так как у меня на воине есть абсолютно все легендарки на все спеки, на защиту, на неистовство, на оружие, то мне выпала легендарка для другого класса. И эта легендарка выпала для жреца. Один раз я уже вскрывал на жреце легендарный нагрудник, это было 6 декабря, в день моего рождения. Это был тканевый нагрудник. Непонятно, кто это что делает. Ну, на самом деле, просто потому что я не вчитывался в механику нынешнего ДЦ Приста. И сделав опрос в ВК-группе, который длился сколько, час-полтора, получились вот такие вот проценты голосов. Итак, проголосовало 130 человек. 3% думают, что мне упадет голова, 40% надеются на то, что мне упадет придаст, 5% надеются на плечо, на запястье тоже 5%, на перчатки 7%, на пояс 6%, на ступни 4,5% людей, на колечко надеются 13% людей и на предведение велено 16%. Посмотрим, посмотрим, что сейчас на самом деле упадет. Лично я надеюсь на какую-нибудь относительно дамагерскую легу по типу Сефуза как вариант, или там, не знаю, ступней. Ну, те, которые повышают именно дамаг, а не исходящий какой-либо отхил. Поехали. Жаль, вот дверь нельзя легендарки одевать. О! Здорово! Вот это вот то, что я хотел. Спасибо. Так, а что бы лучше заменить? Трехстатное кольцо без инты? Или двухстатное с интой? Вес инты, по-моему, побольше будет. Если честно. Ну, все, отлично. А нагрудник пускай до поры до времени останется. На этом присте я даже не делал артефактное оружие. Печальненько весьма. Но зато есть Сефус, с помощью которого, если я захочу, я быстрее прокачаюсь. Отлично, я доволен. А в ближайшее время чекайте YouTube-канал, чекайте ВК-группу. Будет море всего интересного, мне есть что рассказать в последнее время. И надеюсь, в этой информации вы извлечете большой смысл. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.